смотрим, что будет со мной. Это жесть какая-то. Инопланетянин смешной. Девочки. Бля, вообще, хоть бы кто-нибудь повернулся два раза. Я буду сейчас вообще такой хом! Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сейчас у нас ночь, и на ночь я решила накрутить волосы. Я никогда не пробовала крутить волосы на трубочке. А трубочки эти из фикс-прайса, куплены, по-моему, 50 рублей или 25. Как думаешь, сколько они могут стоить? Я просто никогда не смотрю на цены в фикс-прайсе. Только специально для вас оставляю чек и смотрю, но... А? Мажарио, Ленок говорит. У меня Лена в гостях, у нас сегодня вечеринка. Пати, девчонки, ждем Кристину. Сына спит. Надеюсь, я его не разбужу. Стараюсь говорить погромче, потому что я помню, что вы ругались. Лучше вообще не снимать. Но я буду снимать, я не могу не снимать. У меня руки чешутся. Поэтому сейчас я расчешу свои волосы. И мы приступим. Я не буду брать крупные пряди. Я видела, девчонки крутятся по-разному абсолютно. Я самый простой способ для себя нашла. Просто берешь трубочку. Что за звуки? Разъединяешь ее вот так вот. Берешь понравившуюся тебе прядку. Я решила не брать очень мелкие пряди. Я решила брать такие нормальные пряди. Ну, вот такая, например, да? Ну, там, я не знаю, по-своему каждый смотрит. И просто вот мы накручиваем вот так вот, да? И даже не вот так вот, как, знаете, все вот так вот крутят. Куда мне кончик потом девать? Этот? Я не знаю, короче. Может быть, можно было посмотреть видео и понять, куда девают кончики, но я его вот здесь наматываю, вот здесь вот прячу среди всех волос. И на него, на этот кончик наматываю остальные волосы. Просто вот так вот веду. Веду. Я хочу объемчик, поэтому я вверх вот так веду. И все, короче, просто завязываю. Это для меня очень просто. Никаких резиночек, никаких там всего. Слушай, может быть, завязать на узел? Попробуй. Просто оно может так развязаться. Оно уже, возможно, покрепче. На узел будем завязывать. В общем, вот так я планирую сделать всю голову. В общем... Прядки большие или маленькие, но это большая, я ее разделю напополам, то есть вот так вот, да? Да нет, это маленькая. Не, нормально вот это. Да? Да. Вот, и давайте я вам потом покажусь, потому что у меня что-то не работает функция ускорения, что я, знаете, типа делаю, ну и частями вам покажу. Половину сделаю, включусь, потом остальную половину, потом, короче, и спать, а потом я к вам вернусь, и мы посмотрим, что будет со мной. Оставайтесь. Не получилось одно. Не получилась одна, она у меня вот, видите? Надо еще подкрутить ее. А я уже на узел завязала. Мне кажется, на веревочке проще крутить. Это жесть какая-то. Лайфхак твой видос снимает. Я говорю, после звука она чуть не докрутила, там висит, она такая. Все, короче. Короче, я накрутила вот верхнюю часть волос. Девочки, это просто жесть. Я даже вам не рекомендую это повторять. Во-первых, это неудобно. Я хрен знает, что получится на самом деле в конце. И они очень сложно завязываются. Трындец какой-то просто. Ну, я, конечно, доведу дело до конца, но это первый и последний раз. Я сделала уже почти половину. В общем, я не стала делать на узел, я просто закручиваю и завязываю вот так. И я уже делаю ближе к сюда, это уже тяп-ляп, потому что я уже задолбалась. Вот, что пока у нас. Мамочка, зачем я подвязалась на эту тему? Как обычно. Да, аплодисменты, я закончила. Такой инопланетянин смешной. Такая милая девочка. В общем, я закончила. Честно, я хрен знает, что получится. Но я надеюсь, что я не зря мои старания. И не зря я буду мучиться и спать с этой
фигней на голове. Ну что, мои хорошие, у нас утро, и сейчас я расплету мои трубочки и посмотрим, что у нас получилось. Я вернусь уже после просмотра, потому что у меня что-то убыстренка не работает. Ну давайте первую я расплету с вами. Вот эту. Я до этого заплетала на узлы, я говорила, да? Это сейчас мне будет сложнее, конечно, разворачивать. А! Ну, мы должны поглядеть просто вместе, а дальше я покажу отдельно, что. Смотрите, девчонки. Девочки. Бля, вообще, хоть бы кто-нибудь повернулся два раза. Девчонки, ты туда оборачиваешься. Упала вода? Они думали, что я вам, девчонки, и ноль вообще реакции. Как тебе? Думаешь, красиво будет? Я тебе говорила, что как у меня только... Я буду сейчас вообще такой! Мне нравится, мне нравится. Итак, вот что у меня получилось предварительно. Распустив волосы... Мне, честно говоря, напоминает, знаете, старые фильмы, где вот раньше так крутились, мне кажется, и не было у них каких-то там других локонов, у них были только вот такие завитушки, и не знаю, натуральные или не натуральные. Лена еще сказала, что я похожа на какого-то лорда, знаете, раньше лорды крутились так. Но я хочу все распушить, и я хочу, чтобы была пушистая такая голова, и... Посмотрим, что получится. Но мне очень нравится. Может быть, для жизни это стрёмненько, и так бы я не хотела крутиться. Но для видеоблогов и вот для фотографий это очень круто, и мне нравится. Так что сейчас я распушусь. Итак, вот что в конечном итоге у нас получилось. Мне кажется, что это супер-мега-классно! Единственное, что не кажется, что вот здесь все-таки у корней не так объемно, да, а все оно в основном вот здесь. Но я буду делать... Какие прически я буду делать? И можно заколоть вот здесь вот, да? Сюда. Вот уже клёво, да? А можно приколоть вот эти вот. Тоже клёво. Можно просто все наверх поднять. Вот так вот. Что-то подзаколоть. Тоже клёво. В общем, в Инстаграме будет много фотографий разных. А я, в общем, кайфую. Мне нравится. Но сейчас я пойду загорать, я, конечно же, вот так уберу все волосы наверх. Вот так. И закалю. И буду такая красотка загорать. Все, мои хорошие, надеюсь, мое видео вам понравилось, было интересным и полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, также подписывайтесь на мой Инстаграм, ссылку я оставлю здесь. И я с вами прощаюсь, до следующего видео. Пока-пока. Мне даже интересно, на что можно было бы использовать кучу вот этих оставшихся трубочек. Фокус, вернись. Вот, и еще хотела сказать, что крутила я примерно все это время 40-50 минут. Это очень долго. Спалось в них удобно, ничего не мешало, ничего не стягивало. И вот сегодня второй день, на самом деле, вот я решила прибраться. Второй день, и они уже, конечно, так... Половина распустились, половина остались. В общем, их не расчесать. Я думаю, что сегодня я уже искупаюсь. В общем, это так, на один вечерок. И вот еще интересно, что можно было бы из них придумать? Что можно было бы из них сделать? Девчонки, рукодельницы. Можно шляпу такую. Или ожерелье. В общем, платье, кстати. Налепить вот так на платье белое. Ладно, все. Ушла.